Мама – самый важный в жизни человек. Именно они дарят нам жизнь, именно они готовы отдать все, чтобы любимое чадо было счастливо. Достойно воспитать детей, воспитать в них человеческие качества – главное предназначение женщины, считает Мария Сергеевна Орехова, которую можно назвать мамой с большой буквы. Ее материнского сердца хватало сразу на 10 детей. По молодости успевала все, вспоминает мама с многолетним стажем. И хозяйство держать, и работать, и достойно воспитывать детей в свои 89 у Марии Сергеевны около 30 внуков и более 20 правнуков. Хорошая мама, заботливая. Все старалась для детей. Самое главное – здоровье. Это в жизни первое. У нас все остальное будет сила, да? А остальное – это, как говорится, как себя поведет, так и будет. Ну, чтобы жили подольше, крепились. Еще одна представительница важной профессии – Евгения Меркулова, мама 3 сыновей, которыми очень гордится. Пусть старшему всего 10 лет, а младшим нет еще и 8, для Евгении они надежная опора. И по дому помогут, и в любую минуту поддержат. К тому же каждый прилежный ученик и хороший воспитанник школы искусств номер 18. С такими детьми, безусловно, Евгения себя считает счастливой мамой. Самое главное мое – это мое единое целое, мои дети. И муж мне хорошо помогает. Спасибо большое ему. Счастлива, до сих пор счастлива, что они у меня растут здоровые, крепкие, во всем мне помогают. Такие они у меня и в школе, в общем, активные, и на танцах активные, и в садике были активны. Все хорошо у нас. Мама красивая, добрая. Мама очень заботливая. Мы маме очень помогаем пылесосить, мыть посуду, прибираться в комнате. Ко дню матери ребятишки уже подготовились. Помимо запланированной генеральной уборки в своей комнате, подписали общую открытку и смастерили сувенир. Да и в этот день, как и во все другие, разве что немного внимания, а больше радости мамам и не нужно. Главное, чтобы дети были здоровы.